продолжаем изучать или знакомиться с Пуранами Индии. Пураны – это древние писания мифологии Индии. И у меня уже размещено несколько видео на эту тему. Ищите по ссылочке, которая будет внизу. И сегодня мы поговорим, разберемся о Пуранах, которые называются Падма Пураны, о сотворении мира, о мифологии индийской сотворения мира. Смотрим, изучаем и мотаем на ус. Мудрецы попросили Риши Суджи рассказать об инциденте, когда мудрец Пуластья встретил Бишму. Суджи рассказал, Бишма совершал аскезу в месте под названием Гангадвар. Довольный его аскезой, Господь Брама поручил Пуласте отправиться в Гангадвар и благословить Бишму. Добравшись туда, Пуластья сказал Бишме, что Господь Брама доволен его аскезой. «Проси любое благо, какое пожелаешь», — сказал Пуластья. Бишма поблагодарил свою удачу за возможность встретиться с мудрецом Пуласти. Он попросил Пуластью открыть, как Господь Брама создал мир, секрет сотворения мира. Пуластья ответил, на начальном этапе своего творения Господь Брама в первую очередь создал Махататву. После этого он создал три типа эго из Махататвы – Сатву, Раджас и Тамас. Эти три типа эго – источник пяти органов чувств, органов действия и пяти основных элементов пространства – вода, огня, воздуха и земли. Огромное яйцо появилось благодаря перестановке и комбинации этих пяти основных элементов. В этом яйце находится вся Вселенная, включая горы, острова, океаны, планеты, божества, демоны и люди. Слои воды, огня, воздуха, пространства и тьмы окутывают это огромное яйцо. Эти элементы снова покрыты Махататвой, которая в свою очередь окутана Пракрити или природой. Сам лорд Вишну творит в форме лорда Брамы, а также принимает различные воплощения, чтобы защитить человечество. В конце кальпы только он уничтожает в форме Рудры. После окончания кальпы он отдыхает на спине большой змеи под именем Шишанга на весь период потопа и смены юга.